Из кошек выйти на сцену и передать нашему первому судье, а именно Еремесу Гродковскому, конверт, а вернее список победителей, конверт победителей первой номинации «Само очарование». Еремес, я прошу вас подойти к микрофону вместе с вашим ассистентом. Еремес и Владик всегда неразлучны. Друзья мои, наша церемония идет в реальном времени. Это точно. Каждую номинацию, вы поняли, мы будем объявлять довольно долго. Но это и есть прелесть предвкушения, ожидания. Ради этого мы здесь. Мария, спасибо. Продолжим, Владик. Отойдите. Дело в том, что здесь написано по-польски, Владик. Для Еремеус. Ничего, читай, малыш. Итак, трипл гранд чемпион Цидервуд. Принц. Принц Декар. Лучше получилось, да? Я только осваиваю польский. Малышка, спасибо тебе. Я уверен, что это дочка. Мария, нет, не дочь. Просто мама. Спасибо тебе, добрая принцесса. Как тебя зовут? Кристина, королева кошек. Я так и думал, Кристиночка. Моя девочка. Ну давайте. Итак, друзья, мы продолжаем уроки чтения. Давайте, дети. Друзья, все заново. Малыш, читай, это значит, соединяй буквы в слога, слога в слова, слова в предложение. Чего? Чего хочешь, то и читай. Только читай уже. Друзья, позвольте помочь этим юным отпрыскам Марии Бутырской. Номер 110. Трипл гранд чемпион Цидервуд принц Декар Спицына Наталья. Это четвертое место. Вы видите, принцесса, королева кошек, и Владик пытается разволновать. Не волнуйтесь, Владик, а можно не мучить кошку, как ты это делаешь дома? Поэтому мама тебе давно уже и не показывает кошек. Принцесса, встань рядом с польским другом. Итак, друзья, Наталья, Наташа, чудесная кошечка, прелестная. Вы завоевали четвертое место. Поздравляем вас в руках. Корм про план. Вы сможете теперь сделать жизнь вашего питомца еще лучше, хотя я уверен, что она питается про план. Несколько секунд у вас есть. Спасибо большое за такой неожиданный нам подарок. Мы очень волнуемся, уже устали и хотим показываться. Представляю котика породы Сомали. Это очень молоденький котик, очень красивый, который уже смог завоевать такой высокий титул. Все, еще впереди. Спасибо, Наташа. А мы идем дальше. Я прошу Еремеус огласить третье место. У вас конверт.
Внимание, третье место. В этой номинации, я напоминаю, само очарование. Итак, Кириллис. Третье место номер 66-й. Бонни Ротана. Исьянова Рауф. Исьянов Рауф. Исьянов Рауф. Бонни Ротана. Рауф. Исьянов Рауф. Мы ждем вас. Бонни Ротана, я надеюсь, это название питомца. Исьянов Рауф, я так понимаю, хозяин. Рауф, я вижу Рауфа. Он поднимает над головой. Ботана Ротана. Бонни Ротана. Вот акраса. Бонни Ротана. Ой-ой-ой, какая красавица. Друзья, и вот подарок. Третье место. Примите этот дар из рук нашего судьи. Спасибо большое. Я понимаю, что вы реально. Здесь настоящие филинологи собрались. Плюс спортсмены. Бежал. Но то, что она лучше пилотка, вы все ошибились. Спасибо огромное. Поздравляем вас. Итак, ваши подарки. Мы идем дальше, друзья. И второе место в этой номинации «Самоочарование». Прошу вас взять ковер, да, малышка, передай, пожалуйста. Внимание. Второе место номер 83. Русская голубая, это порода. Селен Принц, жемчужина неба. Зыкова Мария. Зыкова Мария, друзья. Мария Зыкова получает вторую награду, а именно второе место в этой номинации. Селен Принц, жемчужина неба, русская голубая, как же она выглядит. Как хочется скорее увидеть ее. Смотрите на Владика, он весь в нетерпении. Смотрите на королеву, она с шагом. Итак, мы ждем вас. Те из вас, кто видели Зыкову Марию. Вот она! Ой-ой-ой, какая! Ой, какая красавица, дорогая! Ой, 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 ой! Не надо, Владик, прошу тебя! Владик, да, встань с этой стороны. Друзья, мы поздравляем вас, Мария, с этой победой, второе место. Что вы чувствуете? Спасибо огромное. Для нашей породы это довольно большая редкость, потому что для многих людей это просто серая кошка. Достаточно приглядеться, вы увидите изумительные изумрудные глаза и серебристую шерсть. Это действительно очень красиво, и стоит всматриваться в русских голубых более тщательно людям, а не думать, что это просто серая кошка. Да нет, это какое-то чудо вообще невероятное. Поаплодируем, друзья, второе место Зыкову Марии и ее жемчужины неба. И вот ваш приз, возьмите, пожалуйста, дорогая. Поздравляем тебя, поздравляем. Владик, к маме. Букет от девушек. Корм Проплан. И ваши аплодисменты. И, наконец, друзья, сейчас мы узнаем, кто же стал победителем в этой номинации. Я прошу вскрыть конверт. Первое место. Номер 123. Вы слышите, что происходит в зале? Вы слышите бурю, которая разразилась сейчас? Тайская порода. Близкое тайское сияние. Дьякова Татьяна. Дьякова Татьяна. Лисия. Тайское сияние. Татьяна Дьякова. И вот на сцену поднимается Дьякова Татьяна. Татьяна, дорогая, ой, какая! Посмотрите на эти глаза, на цвет шерсти, на этот взгляд.
Боже мой, какая красота! Мы поздравляем вас! Вы заняли первое место! Спасибо большое, это очень неожиданно. Мы проделали впервые такой долгий путь сюда. Откуда вы приехали? Город Новокузнецк, Кемеровская область. Из Новокузнецка, друзья! Невероятно! И... Всем огромное спасибо. У меня нет слов, это здорово. Потрясающе. Поздравляем тебя, дорогая, поздравляем. У тебя первое место. Посмотри, все эти люди счастливы за тебя. Ты довольна? Молодец. Ну что ж, друзья, итак, вы получаете этот приз из рук Владика и замечательную видеокамеру. Конечно же, про план обязательно используйте этот потрясающий корм, который сделает жизнь вашей кошки еще более радостной, еще более наполненной, еще более прекрасной. И, друзья, ну вот он миг счастья, наши аплодисменты. Татьяна и тайское сияние. Господа, мы идем дальше. Я прошу Марию Бутырскую взять у меня конверт. Это конверты, которые нам уже не нужны, Мария. Вот к вам подходит изумительная девушка, забирает конверт и уходит, друзья. Обратите внимание на походку, с которой она уходит. А затем вы оцените походку, с которой она вернется, потому что это будет уже другая походка. Это будет походка радости, ожидания и, конечно же, предвкушения победы. Итак, наша следующая номинация – самый внушительный кот. Итак, самый внушительный кот, вторая номинация. И, конечно же, Людмила, вы понимаете, сейчас я подошу вас подойти ко мне поближе, потому что уже из ваших уст мы узнаем имена победителей. К вам подходит девушка, в ее руках поднос. На подносе 4 конверта. Вы вскрываете первый поднос с четвертым, простите, конверт с четвертым местом и произносите. Пименова Людмила с американской короткошерстной кошкой. Атлантик Солид Фол Дон Леон. Друзья мои, я приглашаю Людмилу Пименову Атлантик Солид Фол Дон Леон с американской короткошерстной кошкой подняться на сцену и получить приз за четвертое место. Где вы? Где вы? Где? Мы хотим вас увидеть. Мы хотим увидеть вашего питомца. Друзья, поаплодируем. Вот, я уже вижу, как люди расступаются. Люди расходятся, потому что выходит на сцену она самым... одним из самых внушительных. Дорогая. Итак, бочком, бочком, подождите, все. Итак, дорогая, мы поздравляем вас, это четвертое место. Проплан ваш. Вы похожи, между прочим. Нет, мне еще не говорили об этом ни один раз, спасибо. А вот интересно, это вы стали похожи на нее или она на вас? Его, это... А это он, а я чувствую, что он. Не смотрит на меня. Чувствует какое-то неприятное существо рядом с вами. Итак, дорогая, примите из рук этой милой девушки этот прекрасный корм и сделайте жизнь вашего питомца еще более прекрасной. Ну, друзья, нормально? Ось! Помогите, пожалуйста. Вы должны теперь быть всегда вместе с этой женщиной. Спасибо, поздравляю вас! Четвертое место, друзья!